Так, ну, прежде всего я хочу от всей команды, от всего руководства извиниться перед болельщиками за Шинник, за то, что мы так бездарно там сыграли, проиграли 3-0, и плохое у всех было настроение. Ну, на самом деле мы виноваты, не очень красиво получилось. Не знаю, с чем связано, поэтому еще раз прошу прощения у всех болельщиков за кубок. Что касается сегодня, то всех с победой. Очень важная игра была, потому что Тосно недалеко от нас было. И нам сегодня нужна была победа. Плюс мы не выигрывали дома, постоянно ничьи были. И все прекрасно понимали, и сегодня был хороший настрой. Поэтому, я думаю, неплохо сыграли. Хорошо забили быстрые два гола. И, в принципе, потом могли еще увеличить. И второй тайм нас попросили играть так же. Забить еще, мы забили. Слава богу, что так все хорошо закончилось. А вот ты сказал, что разозлилась команда после Шинника. И действительно, может, это придало дополнительную мотивацию и сегодня в этой игре? Ну, может быть, да. Потому что не хочется возвращаться к Ярославлю, но это не, ну, мы профессионалы, мы не должны были так там играть, как сыграли. Поэтому сегодня это дало отпечаток. Я думаю, что так все, в принципе, злые вышли и доказали, что это была случайность в Ярославле. Может быть, представляли в роли Тосно Шинник? Да нет, Шинник мы не представляли. Мы просто хотели, нас попросили и руководители, и тренера перед игрой, чтобы мы доказали, что там была случайность. А скажи, у тебя ты не смог доиграть матчи из-за повреждения. Как здоровье, что вообще там случилось? Не знаю, завтра посмотрят. У меня там стык с Заболотным был, там колено заболело. Не знаю, завтра будем смотреть. Ну, в целом настроение сейчас в раздевалке после победы? Ну, конечно, хорошее. Мы обошли «Спартак». Сейчас у нас со «Спартаком» игра. Надо в Москве обыгрывать «Спартак» и от них отрываться.